Министр здравоохранения Чувашии в Москве принял участие в семинаре-практикуме «Комплексная программа «Здоровый муниципалитет». Владимир Викторов представил опыт работы по формированию ЗОЖ у населения. В Чувашии разработана комплексная программа мероприятий, которая должна положительно повлиять на динамику продолжительности и качества жизни граждан. По сравнению с 2012 годом смертность снизилась на 5,3%. Ежегодно сокращается гендерный разрыв продолжительности жизни. Важную роль в этом должен сыграть ведомственный проект «Мужское здоровье». Реализуются совместные проекты и программы в области профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни с общественными организациями и объединениями. Организована работа с региональным отделением «Волонтеры-медики», НКО «Здоровая нация», Фонд поддержки социальных и культурных программ «Чувашия», а также активно работают Союз женщин Чувашии и Совет отцов.